Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. И давненько мы не играли с вами в Strike Force от Marvel. Ну что ж, давайте, сегодня есть для этого причина, ребята. Сегодня я буду открывать достаточное количество персонажей, которые у меня скопились. Но для начала мы начнем со сфер. Так, игра, давай, вот сегодня не тупи только. Играй нормально, пожалуйста. Так, ладно, это ерунда, ребята, выпадает нам. Давай следующую сферу откроем. И тоже ерунда, ребята. Ниндзи мне не особо хорошо нравится, не особо хорошо не заходит. Так, у нас события. Погодите, посмотрим ежедневные, ребят, задачи. Так, я практически все выполнил, да. Только надо выиграть два боя на арене, которые я никак не могу выиграть, все время продуваю. Но суть даже не в этом, ребят. Так, на почту заглянем, по-быстренькому сейчас заберем с вами, да. Рейд удара бета. Так, 600 карточек получаем. И у нас ранг 61. Получаем тоже, ребята, осколки. Замечательно. Так, остальное мы сделаем прочитанным, чтобы они исчезли отсюда, чтобы они не мешали нам. Так, в припасах мы что-то с вами насобирали, видимо, на какую-то сферу. Давайте, ребята, глянем. Так, минимум 15 осколков персонажей содержит. Ну давай, покажи мне, пожалуйста, что мне в этот раз достанется. Неплохо, неплохо, я вам скажу. Так, но все равно этого недостаточно. Ну что, ребята, так, подожди, в налете теперь. Еще и здесь нам достается. Давай посмотрим, что тут выпадет. Угу. Замечательно. Так, ребят, пойдемте открывать наших героев. Так, это у нас персонажи. Смотрите, сколько у меня их. Ух, смотрите. Ля-ля-ля-ля. Нормуль, да? И начнем, пожалуй, со Стража Гидры, ребята. Вербуем. Страж Гидры. Вау. Вот такой вот красавец в броне. Беглый огонь, тревога и сыворотка в крови. Но это еще нужно открыть, пока у нас доступно беглый огонь и тревога. Ладно, давай начнем со следующего персонажа. И это у нас будет штурмовик Аим. Давайте, ребят, тоже его вербовать. Ну, хватит, там что-то прогружается он. Все, ребята, тоже новый перс, которого у меня не было. У него две звезды, доступно автомат и передоз. А качок пока закрыто. Но потому что он только, ребята, открылся у нас. И далее у нас идет Мисс Марвел. Да-да, та самая Мисс Марвел. Резиновый человек. Вербуем. Красота. Так, ребята, у нее одна звезда, сокрушительный удар и восстановление доступно. Остальное пока все закрыто. Следующий у нас на очереди — это Человек-паук Майлз. Да, ребята, давайте его тоже, естественно, вербовать. Вот такой вот он красавец. У него, ребята, две звезды, как мы видим, и это хорошо. Неплохой такой старт для начала. Доступно быстрый удар и ядовитый удар. Следующий у нас, ребята, идет — это М'Баку. Давайте, кстати, это вот недавно на него я накопил. Тоже, конечно же, вербуем. Не знаю, ребята, что за персонаж. В катках я его не видел, поэтому ничего о нем сказать вам не могу. У него есть удар дубиной и зов горы. Это пока что доступно. Остальное еще закрыто. Это все, естественно, ребят, при прокачке персонажей у нас будет открываться. И Локи. Да-да-да, Локи. Опа, бог шуток. Вау-вау-вау. Вот это классно, вот это классно. Магический разряд и управление разумом. Кстати, неплохо управление разумом. Мне что-то это подсказывает, что мы можем, видимо, кого-то брать под свой контроль. Может быть, не знаю. И карат-преследователь. Конечно, ребят, тоже открываем его. Сила 74 у него на начальном этапе. И у него две звезды. Шикарно, доступна подключенная винтовка и захват цели. Вот так вот, ребята, вот таких вот героев мы сегодня открыли. Дайте-ка я Дэдпулу соберу шмотку. Пускай носит. И надо нам прокачать. А вот кого только прокачать нам лучше? Я думаю, что Кроссбоунса, наверное, да? Потому что он у меня как бы идет по... А, я не могу. Я не могу. А Дэдпула, значит, могу, да? Пустить в тренинг. Хорошо, ребят, применяем. Этап завершен, крупный игрок. Сколько у него становится силы? 16 500. Слабоват еще. Слабоват, ребята, этот парнишка. Но Дэдпул мне нравится, он крутой чувак. Так, что у нас тут еще? Мы можем на Электру сделать две шмотки, ну, максимум одна. Потому что, скорее всего, мне больше интересуют, на самом деле, новые герои. Вот эти вот новые персонажи. Надо было мне их, наверное, прокачать. А интересно, как вы думаете, кто лучше вот из них всех?
Эмбаку, Карат Следователь, Мисс Марвел или Майлз. Мне почему-то кажется, что Мисс Марвел будет круче. Могу ошибаться. Давайте наденем самые-самые простецкие, ребята, шмотки на них. Немножко их прокачаем. Есть тут у нас? Есть. Давай по максималке. Сколько? По максималке у меня с финансами, ребят, не так все хорошо, как хотелось бы. Но, тем не менее, получает она 32 уровень и всего лишь 470 силы. Ну, это, конечно, ни о чем. Сокрушительный удар. Что он делает, ребята? Он 20% к урону по основной цели, то есть по одиночной. Ладно, хорошо, новый ранг. И еще можем прокачать даже. Это уже... Так, а вот здесь нужен уровень 4. Понятно. А давай посмотрим восстановление. 1500 к лечению. Ну, это круто. Это круто. Не хватает, да, у нас, ребята, осколков, чтобы на третий уровень перевести. Там будет 2К лечения, а тут 4К. Подожди, а 4 и 5 уровень, в чем разница, ребят, смотрите. Что тут 4К и что тут 4К. Не вижу разницы абсолютно никакой. Давай, хорошо, наденем на нее еще шмоточки. Так, пробирки, ткань. И можно еще потренировать. Но у меня, да, ребят, с финансами вообще тугенько все. Ладушки, хорошо, да. Погоди-ка, стрелок Гидры может тренироваться. Новый ранг. Новый ранг сразу же? Серьезно, что ли? Да, ребята, новый ранг. Фу. Неплохо. Вот так вот с лету мы его перевели. Так, убийца руки. Тут можно, кстати, воткнуть. Наемник-солдат. Ученый Гидры. Давай воткнем. Пускай он носит. Остается только лишь одну ерундовинку найти, и будет все хорошо. Все, с деньгами проблема, ребята. И давайте, наверное, уже будем... Кстати, из персонажей, которых вы не видели, у меня появился... Это Мантис. Это вы точно ее не видели, когда я ее открывал. И енот-ракета. Так, ну я не помню, вот Саблезубого вы видели или нет. Так же, как и Шторм. Ну, Джессика Джонс у меня появилась довольно-таки тоже недавно. Кейбл. И, по-моему, остальных, ребята, вы всех видели у меня. Это я сравниваю из прошлых серий. Так, здесь у нас 5 карточек на Халка и 25 тысяч кредитов. Ладно, хорошо, давай зайдем сюда, посмотрим, что у нас тут. Вот это бесит меня постоянно. Вот куда ни зайди, везде ее суют. Вау. Тут неплохо, ребята, осколков дают. Плюс, одну карточку. А сколько у нас нужно карточек насобирать? Так, подожди, они мне не дают. Они меня, ребята, забросали всякими плюшками. На сегодня почему-то что-то их прорвало так. Какую сферу мне дают? Сфера за этапы. Ну, понятно, это ерунда на самом деле, ребят. Ну, вдруг нам что-нибудь путевое отсюда выпадет. Давай посмотрим. Ладно, сгодится. 2000 нужно осколков, у меня всего лишь 500. Но я могу еще, видимо, какую-то сферу открыть. Давай посмотрим, что у нас тут еще. Погоди-ка. Ага, вот. Во. Модули тренировочные, ребят, посмотрим. Слабо, но 12 штучек это тоже неплохо. И поэтому, ребят, мы можем их сейчас в данный момент прямо вот сию секунду спустить на тренировку наших персонажей. Моя, короче, прокачиваемая персонажка, ребята, это вот Росомаха, Дэдпул, Ночная сиделка, Кроссбоунс, Дракс. Это вот основная моя пятерка, которую в данный момент я прокачиваю. Как видите, на Кроссбоунса не хватает еще 6 карточек, чтобы я его мог перевести на следующий ранг. Тут, смотрите, опустошитель и подрывник тоже не хватает 5 карточек, так же, как и на колдунья руки, 10 карточек нужно. В принципе, ребята, и врач щита 5 карточек, они все около того, чтобы прапаться, тут много, да, Ронан обвинитель, также опустошитель борец. Все они, в принципе, готовы. Даже зимний солдат, 10 карточек, ребята, и он перейдет у нас тоже на следующий ранг. Стрелок щита, тоже 5 карточек, алая ведьма, 2 карточки. Ну, в общем, шикарно. Вот я не знаю, кого нам... Вот, кого стоит прокачивать? Майлза, Мбаку или кого-то еще? Или Карат-преследователь? Ну, Майлз, я думаю, что, наверное, достойный быть. У нас по деньгам там кисло все. Очень кисло, поэтому... Ну, давай вот так вот сделаем. Применяем. Так, сколько у него? 317 силы. Я не знаю, чем он отличается, ребята, от Человека-паука. И намного ли он отличается... Но я думаю, что он, Майлз, должен быть красавцем. На самом деле, я видел его во многих катках. Он присутствует. Во многих, тут не поспоришь. Так, ядовитый удар и быстрый удар. Давай ядовитый удар посмотрим. Это 30% к урону по основной цели. Так,
Эту атаку нельзя заблокировать. Это, кстати, хорошо, что нельзя заблокировать, потому что у нас очень много таунтов есть. Так, 30% к урону по основной цели. Наносит основной цели 90% урона. Если у цели есть ослабление защиты, снимает с нее один положительный эффект. Вот так вот даже. Хорошо. И опять же, ребят, проблема у нас с уровнем. Тренинг пока не будем делать. Ну что, может быть, нам, ребят, в конце концов сейчас подраться где-нибудь. Я не знаю, нам нужно, в принципе, еще на арену сходить. У нас, так, 350 осколков. Это хорошо, это нам пригодится. Можно зайти в события. Давай посмотрим, что у нас тут. Владыка иллюзий, Мистерио. Так, открываем. И давай посмотрим. Подожди. А, это что у меня было собрато? Ну все, ребят. Это уже закрыто, по ходу дела. Только лишь остается набирать. Ну, как видите, там бесполезняк все. Так, магнита. И давай, наверное, мы зайдем с вами в компанию. Подожди-ка, ежедневные цели мы сейчас довыполним. Нам нужно что сделать? Выиграть 2 боя на арене. Ладно, поехали на арену. Я знаю, что здесь я сфейлюсь. Это 100%, потому что моя сила 66. Оу, да ладно. Вот так вот ты меня радуешь, спасибо тебе большое. Спасибо. Давайте, ребята, попробуем этого разобрать, чувачка, и заодно немножко подняться по рангу. Потому что в последнее время я только лишь падал вниз, как с девятиэтажки, ребята, вниз головой с офигенной скоростью. Ну что, давай ты прогружайся уже быстрее, елки-палки, уже мои ребята хотят посмотреть видосики, а вы мне тут со своей загрузкой. Так, смотрим, ребята, что у нас за противник, смотрим на его героев и будем уже разрабатывать отсюда стратегию. Краспоунса я беру в компанию для чего? Во-первых, он таунт. Во-вторых, у него есть массовая атака. В принципе, я ничего... Подожди. Я ничего здесь такого страшного не вижу. В первую очередь я, наверное, буду уничтожать Электру. Наверное, мы... А, не получится. Тогда я буду начинать с Росомахи. Так, Дэдпул, давай займемся. Можно немножко, ребята, ускориться, чтобы не казалось так затянутым все. Так, Росомаху нужно... Так, берем провокацию на Кроссбоунса. Так, каратель тут стреляет. Получил за это в ответку. Оу-оу-оу-оу, тихо. Вот это мне не нравится, ребят. Вот такой расклад мне, конечно, не очень нравится. Давай возьмем провокацию. Так, сам виноват. Сам сунулся сюда. И, черт, давай тогда уж, наверное, уничтожим с вами Человека-паука, чтобы он тут нам не мешался больше. Так, хиляй. Ну, мы тоже захиляемся тогда, ребят. Маленечко. Так, будем начинать с карателя тогда, да? Раз у нас Росомаха не подается, да? Никаким этим наказанием. Кого? Воу. Вот это было жестко. Давай так сделаем. Чуть-чуть нам не хватило. Ладно, сейчас сделаем. Во, массовая атака пошла от Кроссбоунса. Минусанули. Ну а теперь давай, наверное, Электру все-таки прижучим. Готово. Что ты у нас? Давай, солдат. Ну-ка, Дэдпул, не подведи. Молодец, кританул под конец, и все у нас получилось. Делаем регенерацию, ребята. И давай уже разбираться с Росомахой. Так, спокуха, спокуха. Это был супер удар. Ты посмотри, какой живучий, а? Поросенок, ну-ка, прыгни. Нифига пока не получается. Давай попробуем так сделать. И вот так. Да что ж такое-то? Почему он такой мощный? Мой почему-то не такой сильный, как у него, Росомаха. Укол. И добивочный, наверное, ребят. Да, мы разыграли партийку и все. Ну что же, победа за нами. И, ребята, мы сейчас с вами должны, в принципе, подняться немножко, да? Твой ранг 2138. Нормально, но это говорит о том, что нас поджидают впереди еще более сильные противники. И то, что мне дали вот такого вот персонажа, врага, да? Слабенького, это какая-то большая удача. Потому что, смотрите, ребята, если мы будем обновлять с вами, да, вот, смотрите, дают, да, 70, 80, 90 тысячные. С ними мне не справиться. Ну, хоть ты тресни, не получится. Ладно, помимо этого, у нас есть основная сюжетная линия, по которой мы сейчас, наверное, ребята, попробуем с вами немножечко продвинуться. Там еще есть, как говорится,
куда стремиться. Ну что же, давай начнем с команды героев. Здесь у меня на 2 звезды, это плохо. Вообще, по идее, нужно 3 звезды и бить, чтобы могли с вами немножко что-то пофармить. Здесь, кстати, можно получить... А, нет, нельзя, ребята, пока еще в откате он находится. Ну что же, вот у нас такой вот, ребята, без церемоний, продолжай биться за гробницу Ультимуса. Карат и злой Ультимус следуют по пятам. Поехали в бой. Так, Человек-паук и Тор у нас здесь. Так ты что, заточил Ультимуса нашего измерения в тюрьму после боя? Поскольку он вечный Кри, убивать его почти невозможно. Осталась только вечная тюрьма. И что, никто не против, что мы выпустим из заточения еще одного такого? Если Арт-Кон примет нашу сторону и сразится с захватчиком, это может решить исход войны. И если Ультимус-захватчик хочет от него избавиться, мы этого не допустим. На самом деле все будет немножко по-другому. И я не знаю, получится ли у нас здесь, ребята, справиться. Потому что компании пошли жесткие, персонажи у меня не такие крепкие, да и всегда тут меняются условия победы. Не все так просто, как вы думаете, пришел и победил. Нет, иногда надо сделать что-то определенное там, чтобы выжили все герои, например, мои. Или за 3 раунда, чтобы все они простояли. Или что-то надо уничтожить за 3 раунда. В общем, все время что-то меняется. Так что давайте смотреть. Тор, это твой последний шанс. Уходи, или мы тебя уничтожим, говорит каратель-преследователь. Они вообще ничего не учатся, отвечает ему Тор. Так, чтобы победить, защити Тора и победи всех врагов, ребята. Вот, например, такое вот задание у нас. 12 врагов будет в общем количестве. В данный момент мы видим сколько? 8. А, тут 4, 6. 6. Зачем здесь мне сорви голова? Ядрить тебя на корень, я не понял. Какого же лешего ты здесь делаешь? Но мне не дали там особого выбора, ребят. Если честно. То есть, каких дали персонажей с такими, будь добр, драться. Так, укольчик. Разбиваем. Не... А, да, все, уничтожили, ребята. Так, что он там делает? Он взял на себя провокацию. Тут главное, чтобы Тор у нас выжил, ребят. Ну, слабо, слабо ты бомбанул. Карат-преследователь вон стоит, как я вижу, ребята. Сзади. Но этого мы не можем его в данный момент бомбить, потому что нам не пробить. Так. Опа! Одного еще минусанули. 10 врагов из 12, ребят. Тут очень много зависит от хила от нашего. Давай-ка попробуем так сделать. Если хил наш профукает, то все. Мы сфейлимся здесь сразу же. Но мне этот уровень нужно пройти по любосу, потому что нам нужно продвигаться с вами дальше. Давай, расстреливай. Минус еще один. Так, давай попробуем сделать так и провокацию брать. Нет, не будем пока брать. Давай так попробуем. Не хватило нам на карата. Все. Погнали. Массовую атаку пока придержим. Вот эту вот тоже массовую атаку, ребят, придержим. Точнее, это даже не массовая атака, это очень суперская атака, которая наносит обалдеть сколько дамага. А вот регенерация — это всегда хорошо. Ну, Так, ребята, здесь надо в первую очередь Йонду, по идее, завалить. Но я боюсь, что страж щита все-таки, наверное, успеет активировать защиту. Давай попробуем. Йонда, он плох чем? У него массовая атака, ребята, есть, которая он выпускает свою эту стрелу. Давай так попробуем, загасить его. Отлично, больше призывов не будет с его стороны. Он обычно призывает, ребят, солдат себе в подмогу. И все у нас пока хорошо, массовая атака. Так, отлично. И надо бы... Почему его? Ну давай, нет, он оглушен пока. Давай стража щита попробуем все-таки снести. Ну, неплохо, неплохо, я вам скажу, я его покорябал. Ты смотри, увернулся, нет? Что, блокировать, да, ребят. Так, в ответку. Да ладно тебе, да хорош ты. Давай-ка вон того добьем. Подрывника. Так, подрывник, вот, все. И давай теперь вот этого ханурика. Расстреляем. Отлично, минусанули. Бросаем молот. Это сразу двойная атака. Это цепная реакция, ребята. Так же, как у сорви головы его на дубинки. Слушай, скорее всего, тут у нас будет изи-катка. Ребят. Тихо, Тор. Главное, Тор, чтоб жил. Минус. И добиваем последнего снайпера. Слушайте, ну это круто. На самом деле, даже я немножко удивлен. На 3 звезды мы с вами прошли этот уровень. Ага, опыт. Осколки и на прокачку героев у нас выпали кредитики.
Ну что же, давайте смотреть, что у нас тут дальше за диалог развяжется. Кого нам дадут? Вау! Капитан Америка! Возможные награды. Кстати, этого персонажа у меня нет, поэтому я, если пройду здесь на 3 звезды, я буду этот уровень фармить для того, чтобы получить себе Капитана Америки. Так. Дракса, нужно защищать оператора щита, пока она открывает гробницу. Сейчас будет самый мощный натиск врагов. Хм, наконец-то! А красный паучок-инопланетянин точно справится? Последний раз говорю тебе, Дракс, я не инопланетянин, я человек в костюме. Все равно не понимаю эту вашу инопланетянскую культуру. Ха, он же ненавидит всех этих пришельцев, да, типа? Он же псих. Так, ну что, ребята, я убираю отсюда... А, погоди-ка. Хм. А почему только... А, ребята, ну это же... Это же у нас только герои, поэтому понятно. Блин, а я его не прокачивал. Да-да-да, я не прокачивал сорвиголову. Поэтому здесь мы можем пасануть только лишь из-за него. Ну, я постараюсь, конечно, как-то выкрутиться из этой ситуации. Заодно посмотрим. Если сейчас Капитан Америка нам будет доступен, я имею в виду, пройдем на 3 звезды, то я, конечно, буду его фармить. Так что все отлично пока складывается для нас. Опять эти прогрузки, загрузки. Давайте быстрее уже, хорош томить. Ну, поле боя мне дадите, елки-палки. Эй, Карат, если мы объединимся, я потом поделюсь с тобой добычей, говорит Йонду. Я сражаюсь за честь Кри, наемник, но сегодня так уж и быть, ты будешь моим союзником. Прикройте меня, пока я открываю гробницу арт-кода. Так, а где она у нас? Я ее не вижу, ребят, вот она. Ну что, для начала нам нужно, блин, тут и Карат со своей массовой атакой, и Йонду. Но я думаю, что мы все-таки приступим с разбора Йонду. Опять же, 12, ребята, врагов будет здесь. Начнем с самых массовых атак. Жестко, жестко. Нам нужно защищать, ребята, оператора этого, по любасику. Так, массовыми, самыми мощными атаками нам нужно пробивать Йонду. Ёлки-палки, пошел призыв. Так, первый этап, ребят, закончен. Ключ 3 из фрагмента собран. Так, а стадии всего 4. Надо держаться, ребята. Надо держаться любыми способами. Так, ну-ка пробьем. И... Ах ты, я хотел сказать есть. Нет, ребят, пока нет. Ну вот сейчас мы его добьем. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Не надо мне тут бомбить. Давай, наверное, теперь начнем с Ронана. Хорошо, давайте его попробуем. Я не хочу, чтобы он, ребята, делал свою массовую волну. Она меня бесит. Эть, все-таки сделал, блин. Заблокировал, да, способности? Гаденыш. Так, вторая фаза, ребята, пройдена. Но врагов всего 12, не забываем об этом. Так. Что она там сделала, я не понял. Ну, добьем. Ага, отлично. Так, ребята. Взамен пришла еще шайка-лейка здесь. Ну что же. Давай тогда, наверное, не знаю, с неба, может быть. Естественно, контратака у нее. Да ты достала уже, а. Давай уничтожим ее. В конце концов. О, не хватило маленько, а сейчас забомбили. Нет, ребят, не забомбили, нифига. Возрождение у нее сработало. Все, пошла она, как говорится, кое-куда подальше. Так, вот теперь самое интересное. Тут у нас стражи есть. Один страж. Давай, наверное, хила. А, ну понятно. Королевский страж поставил уже, ребят, на себя провокацию. Главное, чтобы оператор у нас не погиб, еще раз говорю вам. Так, третья фаза. Еще одну фазу нам осталось с вами прождать, и будет уровень пройден. Так, делаем регенерацию и отхил. Смотри, что хотят, а? Что они делают? Так, этот у нас... Подожди, провокации уже нету. Давай тогда массовую атаку сделаем. Так, отлично. Ну, у них, смотри, ребят. Ага, оглушен. Уже прозрел почему-то. Так, стражник. Теперь этот. Вот они так и будут, ребята, между собой сейчас распределять. Вот эти вот... вставать в провокацию, что этот, что вот этот. Поэтому и хил тут еще из-под тишка нам. Нервирует он меня. Так, ну давай, сорви голова, попробуем. Фигня, так фигню какую-то сделал на самом деле. Бомбит. Наверное, для вас это слишком быстро. Давай, ребят... Подхилим самого слабого. Это у нас оператор. Отлично. Так, четвертая фаза, ребята. Завершающая. Ну что же, я могу сказать, что мы здесь с вами идеально прошли. Так. Арткон, я освободил тебя из плена. Но именно ты в него когда-то и затащил.
Так скажи, Тор Одинсон, какова причина моей вновь обретенной свободы? Кое-кто угрожает Империи Кри, и нам нужна твоя помощь. Угрожает Империи? Кто же это? Ты. Ха-ха-ха-ха. Ты понял расклад? Ребята, мы освободили оригинала, да, в другой вселенной. Короче, неужели будет такая стычка, что они будут против друг друга воевать? В общем, ребят, я нас поздравляю с тем, что, во-первых, мы с вами прошли этот уровень на 3 звезды. Во-вторых, то, что я буквально в кратчайшие сроки попробую все-таки нафармить эти осколки для Капитана Америки. Это будет круто, очень круто. Так, что, мы больше не сможем? Все, ребят, что ли? Подожди, это 6-я глава была последняя? Да ну-ка. Вы серьезно, что ли? Ну да, получается, 6-я глава, ребята, здесь была последняя. 7-й, как мы видим, нет пока. Ну, автопобеда. Мы можем с вами, ребята, вот просто сейчас, вот смотрите, вот так вот сделать и посмотреть. Видите, 2 осколочка нам еще добавилось. А сколько вообще нам нужно осколков для того, чтобы открыть... Подожди секунду. Сферу получим только. А, ну это обычная сфера. Ничего такого здесь она не даст нам классного. Кинг-пин, отлично. Так, хотел посмотреть, сколько нам нужно осколков для того, чтобы открыть Капитана Америку. Давай-ка заценим это все дело. Так, где он у нас, Капитан Америка? Смотрим, ребята. 51 осколок в данный момент у него. То есть нам еще 49 осколков нужно найти. Это немало на самом деле. Это не... Блин, вот это вот, кстати, Минерва. Прикольная чувиха, мне нравится со своими вот этими вот играющимися капельками. Как она их управляет, сколько она урона наносит. Так, здесь получаем 75 осколков. Ну, я так понимаю, ивент на Мистерио уже закончился. Остается только лишь брать плюшки. Так, что у нас, ребят, по налетам? Бой. Бой. Награды глянем. 175 кредитов. Это у нас ареновский, да, получается, 325 осколков. Ну, я не знаю, есть, ребята, смысл. Йонду. Я вот все давно хотел получить Йонду, но никак у меня, ребят, не получается заработать его. Сколько уже играл, играю. Не получается. Ну, давай мы это сейчас оставим на потом. Сейчас попробуем поиграть немножко в не рейды Альянса, а в компанию, но уже за вот Союз Злодеев. Союз Злодеев, ребята, у меня вот точно не прокачан. Злодеи 4.7. В бой и посмотрим заодно, кого нам дадут. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Тихо, давай-ка вот посмотрим, ребят. Так, ну Электро по любаську и, наверное, возьмем Неблу. Так, а тут... А тут опустошитель, подрывник. Блин, на самом деле команда, ну, вообще ни о чем. Они не прокачанные у меня. Ну, кроме Кроссбоунса. Он, конечно, прокачанный, но опять же не так, как я хотел бы. Его нужно качать и качать еще. С его массовой способностью подрыва этого. Она великолепна. Но не забывайте, что когда он подрывается, у него тратится здоровье от этого. Так, ну что, 99% мы с вами дождались. Это надо будет вообще, мне кажется, вырезать потом, чтобы вот не томить ни вас, ни себя вот этими вот ожиданиями. Так, что у нас тут Электро хочет сказать? Мы взломали эту адскую машину. Почему все еще здесь? Мы пришли сюда не за Альтроном. Главное, универсальный ключ расшифровки. А это что еще такое? А Гидра разблокировала универсальный ключ расшифровки во время Холодной войны и спрятала один из его компонентов где-то здесь. С его помощью мы сможем взломать любой банковский счет, любой спутник, любой телефон. И это все еще часть здания удара? Естественно, директору Фьюри очень понравится неограниченный доступ к вашим телефонам. Кто знает, может быть, он уже прослушивает твой телефон. Вот так вот. Ну, я не знаю, ребят, как у нас тут получится такой командой разрулить всю ситуацию. Опять же, у нас тут щит. Начнем, пожалуй, с него. Электро. Нет, не прокатит. Скорее всего, не прокатит. Давай сделаем так вот. Отлично. Так, ну, Небула, не подведи меня. Ну что, ну, 2500, ну, господи. Сейчас интересно, встанет он в провокацию или нет? А успеет ли? Вот теперь какой у меня вопрос. Нет, не успел. Так, врагов всего лишь 8 было. Осталось 7. Теперь у нас тут стрелки одни остались. Вау, вот это был классный удар. Что ты, успел перегнуться, да? Так, тут у нас типа мини-альтроны. Ага, альтроны ватные здесь, судя по всему. Так, давай ускоримся, что-то тут затягивается у нас бой.
Стрелки это всегда, ребята, плохо. Да ладно тебе. Так, они ускорились еще. Так, попробуем забомбить. Отлично. Теперь вон того как раз, да? Снайпер гидры. Ну-ка. Е! Надо, ребят, стрелков. Давайте теперь начнем с этого, наверное. Если что, ребята, успеем еще хильнуться. У нас есть хил. Минус. Так, теперь давай вот этого попробуем. Так, да давай возьмем провокацию, фиг с ним. Пускай возьмем провокацию. Я думаю, что Красбонс здесь должен выстоять. Так, добьешь ты или нет? Ну, неплохо, неплохо бомбанул, ребята. Осталось лишь добить. Отлично. Так, теперь давай вот этого расстреляем. Не вышло. Небула добивает, отлично, ребят. Так, надо захиляться нам. Маленечко, да? Так, погнали. И... Нет, массовую атаку пока... А зачем нам ее держать, ребят? У нас тут, считай, победа уже. Тем более на изи. Ну, судя по всему. Так, и добивочный. Все, тут был разговор короткий. Никакой ключ они не получили. И Фьюри, как говорится, отдыхает. Только я не понимаю, почему у нас Фьюри вдруг стал злодеем. Интересно. Так, ну что, ребята, у нас с вами злодеи 4.8. Переходим сюда. Команду, естественно, менять не буду, потому что мне не на кого менять. Продолжаем таким макаром. Ага, зимний солдат у нас здесь, да? Что-то думает? Альтрон тоже думает. Чего мы ждем? Я передал коды безопасности. Зимний солдат отклонил их. Придется сначала справиться с ним. Ага, предал их, да, все-таки? Хе-хе-хе. Так, ну что, ребята, тут 7 врагов из 7. И начну я с зимнего солдата, конечно же. Надо его ликвидировать, ну его нафиг. Так, а что это у нас, ребята? Дает ускорение персонажу, двум союзникам и Альтрону. Заполняет шкалу скорости Альтрона на 25%. Альтрона у нас нету, есть Альтрон. Вот так вот. Так, призывает одного-двух приспешников Альтрона. А? Хорошо. Ну что, солдатик, зимний ты наш, наверное, мы с тобой сейчас распрощаемся, судя по всему. Так, давай бомбанем. Вау, Красбонс, красава. Сделал все на высоте. Пробил его просто-напросто. Так, стрелки, бесявые эти. Начнем-ка вот с этих вот. Так, подожди. Воу, ну это, ребята, вата, это у нас призывник, поэтому нам на него по большому счету посрать. Ну что, пробиваем, давай. Супер луч. 12700 дамаг, неплохо, да? Альтрона, конечно, тоже бы не помешало бы, ребят, получить к себе в команду. Так, хиляться нам нужно? Нужно. Нам нужно, ребят, хиляться. Так, и вот теперь возьмем провокацию. Так, давай-ка вот этого теперь. Ну, добьем? Нет, не получилось. А вот сейчас добьем. Замечательно. Так, теперь вот этого ханурика разберем потихонечку. Оп, удар со спины. Кровожадный такой удар от Электры. Что? Снайпер. Ну, они ватные, эти снайперы почему-то, ребят, смотрите. Хоп. Даже ниндзя-рука и то может, ребята, справиться с ними. А тут, тем более, и расписали на двоих. Ай, великолепно. Универсальный ключ расшифровки, где он? Я сохранил ее в своей памяти, хозяйка. Не понял. С какой перепуга хозяйка-то она? В твоей памяти, значит. Верно. По-моему, это не лучшая идея. Не глупи, что может пойти не так? Да, в принципе, все может пойти не так. В любую, ребят, секунду. На 3 звезды прошли, и это классно. Опыт, все дела. Так, ребята, злодеи. И здесь у нас кто? Альтрон сбрасывает оковы великого ученого и сбегает под прикрытием армии своих роботов. А это у нас, ребята, шершень, по-моему, да? Или оса? В бой! Альтрон, почему все альтроны на базе удар внезапно активировались? Все хорошо, хозяйка. По-моему, все очень плохо, а ну выключи их. Простите, хозяйка, боюсь, это невозможно. Что-то тут у них вообще не лады, ребята, какие-то разногласия идут. Альтрон взломал программу подчинения с помощью универсального ключа, а мы больше его не контролируем. Благодарю за освобождение от Ультимуса, великий ученый, а теперь мне пора идти. Альтрон, ты просто так отсюда не уйдешь. Верно, я отсюда улечу, пока вы будете разбираться с армией роботов, которую здесь собрали. Очень любезно с вашей стороны. Уничтожить, испепелить, стереть с лица земли. Разрушение, опустошение, резня. Эй, хватит использовать резню, засужу. Засужу. Так, секунду, ребята, сколько? Сколько? 21 враг. 21 враг здесь будет. Хорош, вы что, серьезно что ли?
Ну, я не знаю, ребят. Как-то интересно, конечно, все. Ну, по крайней мере, они ватные. Вы видите, да? Разбор полетов идет великолепно просто. Попробуем так. Ну, если такие будут враги, то ладно, еще куда не шло. Куда еще не шло. Попробуем разобрать сейчас. Так, еще минус. Но сейчас, ребят, прилетит еще армия, поэтому расслабляться не стоит. Давай, пробьем. Так, подожди, можно здесь, наверное, и замедлиться. Так, сразу убьем или нет? Да, сразу же. Так, еще одна, ребята, шайка-лейка прибыла здесь. Начинаем. Тут не имеет, ребята, значения, с кого начинать. Они все ватные, поэтому как-то медленно слишком. Давай вот так сделаем. Воу. Красбонс, погнали. Ты дыщ. Просто всю, ребята, эту армию снесли. Одним только лишь ударом. Так, тихо. Давай вот этот вот, прицельный. А так? Да что такое-то? Неужели с каждым разом армия все крепче и крепче у него там становится? Смотрите, ребята, они тоже делают ускорение, повышение от защиты себе. Ну-ка, добиваем. Добили. Нет, не добили. Вот теперь минус. Так, а вы, ребят, напишите в комментариях, как лучше играть, на ускорение или на замедление. На замедление, по-моему, слишком медленно. Это лишь второе ускорение, есть еще третье. Так, не пробили пока. Выжидаем, ребят, момент. Ага, минус еще один дрон. Пока, родной. И давай вот этого, наверное, уничтожим. Электро должна справиться, да. Так, может быть, вон того, вон из пепелителя. Эть, нет, не получилось пока. Бомбаника. Отлично. Так, хиляться нужно, пока, думаю, не надо. Не стоит. Так, промахнулся олух. Ну, бас. Да и мы тоже не добили. Так, замечательно. Это, ребята, последние враги, кстати. Последние трое дронов. Шикарно, что я могу сказать. В общем, мы здесь с вами пройдем. Давай вот так вот. Хоба. Почему-то слабенький у нее, конечно, да? У Небулы. И пробивающий. Ать, выжил, давай так. Да чтоб тебя. Есть. Могло быть и хуже, да? И не говори. По крайней мере, Альтрон больше не подвластен Ультимусу. Во всяком случае, если он не разобрал вселенский квантовый шифровательный алгоритм. Кстати, об алгоритмах. Нет, все, хватит. Ищи себе другую убийцу, которая будет проворачивать твои темные делишки. С меня хватит. Ага, ну я ведь еще даже план не рассказала. Да и не нужен никому твой план, ученый. Электро играет на двух сторонах, да? И за добро, и за зло. Странно как-то, интересно. Так, ребята, мы с вами перебрались. Да, мы с вами перебрались на пятую главу. Злодей 5.1. Кто-нибудь здесь, интересно, будет хорошенький у нас открытый или нет? Пока неизвестно. Так, ребята, у меня закончилась, к сожалению, энергия. Да, закончилась. Так, а что у нас тут? А в Нексусе творится? В Нексусе тоже полный, ребята, бардак. Я дошел до Нексуса 4.4, но энергии, к сожалению, нету. Ну что, дорогие друзья, тогда на этой ноте мы с вами будем закругляться. Вы пишите в комментариях, как вам игра, стоит ее проходить или не стоит. Кто это такой у нас? Киллмонгер. А, Киллмонгер, это же... Все, я вспомнил, ребята. Который претендовал на место короля, да? Понятно. Ну все, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. We'll be right back.